прозвучит традиционный последний звонок для многих учащихся, который возвестит им об окончании учебного года. А для наших выпускников он прозвенит последний раз. Я со светлой грустью, волнением и радостью распахиваю перед вами школьные двери. Пусть гордятся вами ваши учителя и ваши родители. С гордостью носите звание выпускника своей школы. И пусть сбудутся все ваши мечты, воплотятся в реальность самые смелые планы. Ребята, мы все видим, что за последние годы наш район меняется к лучшему. И за этими изменениями стоят конкретные люди. Специалисты, врачи, учителя, работники культуры, управленцы. Чем больше успехов вы достигнете в дальнейшем обучении, тем больше вы сможете сделать для своего села, района, республики. Мы рассчитываем на вас. Возвращайтесь в свои родные села отличными специалистами и меняйте жизнь и наш мир в лучшую сторону. Удачи вам, выпускники! Пускай у вас все сложится отлично. В добрый вам путь! Дорогие друзья, обращаюсь к нашим детишкам, хочу сказать, вы знаете, мы взрослые, в этот день последнего звонка, все возвращаемся мысленно к своему последнему звонку. Сегодня вспоминал свои школьные годы с утра и заметил, что ровно 20 лет прошло, как я окончил Ботринскую нашу среднюю школу номер 2. И вот так же, как и вы сегодня, как сегодняшний ведущий, стоял ведущим на своем последнем звонке. И некоторая грусть, наверное, навеяла на меня, да и на всех нас, старших, кто уже окончил школу. И обязательно приходят грустные мысли. Возвращаемся в те далекие и одновременно близкие дни. Запомните, особенно выпускники, те, кто покидает школу в этом году, вот этот день никогда не повторится в вашей жизни. Цените этот день, цените все, что вы получили в этой школе. Вот мы, взрослые, на своем примере можем сказать, что часто мы не ценим. И единственное, пожалуй, о чем мы жалеем по окончании школы, наверное, только о том, что не учились лучше, более благодарными нашим педагогам, нашим родителям. Эти годы никогда не вернутся. И поэтому старайтесь получить все лучшее, что вы можете получить в стенах этого здания. Здесь я хочу особо отметить педагогический коллектив школы и руководство, и в их лице всех педагогов района. Это люди, которые часто заменяют нам родителей. Родителям не всегда бывает до детей, но учитель всегда посвящает себя детям. И не только до обеда во время уроков, но и всегда у него мысли бывают посвящены только детям. Я даже шучу иногда, что немного учителя бывают похожими на детей. Потому что они полностью себя посвящают этим детям, мы знаем, и мы становимся такими, какое у нас окружение, в какой среде мы живем. И это большое счастье быть педагогом и вносить свою частичку в воспитание этого подрастающего поколения. И каким бы плохим учащийся не был, с истечением многих лет он все больше начинает уважать этого педагога и все больше благодарить его. И с возрастом, вы знаете, мы как дети стесняемся наших педагогов, видя на улице. Конечно, обязательно обнимаем, как своих самых родных людей, но все больше стесняемся, потому что с течением времени в жизни мы понимаем, насколько ценным этот человек был в нашей жизни. Вот мы, наверное, в силу своего возраста, в детском возрасте не всегда это понимаем. И ругаемся, и не слушаем, наверное, больше учителей, да, чем родителей. Папа может и по шапке дать, но педагогу чаще всего только гладит по голове. И поэтому особая благодарность педагогам, родителям, которые переживают, бессонные ночи проводили вот рядом с вами, особенно став сам папашей, начинаешь понимать всю трудность этого родительского пути, всех переживаний, особенно сегодня для тех, кто направляет своих детей уже на дальнейшую учебу, высшие и средние специальные учебные заведения.
ни пуха, ни пера, конечно, нашим детишкам. Здесь обращаюсь к тем, кто покидает школу. Хочу сказать, помните, друзья, вам будут относиться как к представителям села Ботых и Ботырского района. А вам будут судить о всех присутствующих здесь. Запомните, все хорошее, что вы делаете, тоже ляжет добрым именем на наш район, на наше село. И все плохое также ляжет таким темным пятном. Будьте достойны своего района, своих родителей, этой школы. И никогда вот, не делайте так, чтобы родители и мы краснели за вас. Уверен, что мы еще ни разу услышим о вас, но уже самым добрым образом, с доброй характеристикой, и будем вместе радоваться вашим успехам. И цените вот это здоровье и силы, эти годы, которые вам Всевышний дал. Они очень быстро пролетят. 20 лет, мне кажется, что это было вчера. Вот, для вас мы такие взрослые, а мы на вас смотрим как на ровесников. Потому что сердце вот, не стареет. Да, сердце молодое, вот старшее поколение не даст соврать. Поэтому еще раз хочу пожелать всем вам, чтобы вы успешно сдали, прошли государственную итоговую аттестацию и ЕГЭ, и ЕГЭ. Мы в этом уверены, потому что все эти 11 лет, 9 лет не прошли даром. И вы успешно поступите в высшее учебное заведение. И помните, мы вас ждем дома на родной земле уже с добрым именем, как специалиста, как умницу. Так что старайтесь сохранить это доброе имя, не огорчать своих родителей и нас. А мы вас ждем уже готовыми специалистами. А работа всем найдется. Главное, где бы вы ни находились, вы не забывайте, что вы горцы, что вы горянки, что вы лицо нашего района. Добрый путь, уважаемые друзья. А всем детишкам, остальным желаю приятного отдыха летнего и в лагерях, и у себя дома. А главное, слушайте своих родителей. Спасибо. Спасибо, Рустам Сакраин, за теплые слова. Класс, вы уходите от нас. Вот последний ваш урок и последний ваш звонок. Нам вы все давно знакомы. Вами мы всегда горды. В вашем классе Рамазанов и Гасанов пруд-пруди. Дорогие маленькие жители нашей школы, первоклассники, удачи вам и успехов. Растите сильными, умными, добрыми, веселых звонков и школьных открытий. Спасибо вам за все теплые слова, сказанные в наш адрес. Звонок, оповещай Россию о том, что важный путь преодолен, и класс ребят готовых все осилить. Вбирают камер, добрый школьный сон. Могут написать пожелания выпускникам на шарах. Что сбываются мечты лишь у тех, кто не пугается невзгод. И шаг за шагом движется вперед. Взлетим наверх и увидим Мы желаем вам успеха в этой новой взрослой жизни. Удачи вам, друзья, на всем пути, пути исканий, планов и свершений. Счастливого пути! В добрый час, выпускники 2022 года! В добрый путь, дорогие ребята!
Здравствуйте, дорогие друзья, любимые родители, уважаемые педагоги и администрация нашей школы. Мы очень вам признательны и хотим поблагодарить вас за ваш труд, за поддержку, за любовь, за дружбу. Благодаря вам, наши уважаемые учителя, мы преодолели первую жизненную ступень. Благодаря вам мы узнали, что такое настоящий упорный труд. Мы поняли, что ничего не дается в жизни просто. Наверное, за что-то нам стоит попросить у вас прощения. Дорогие наши учителя, ведь в процессе учебы мы не всегда понимали, что поступаем плохо и доставляем вам беспокойство. Мы старались вести себя хорошо, но не всегда получалось. Так что вы уж простите нас за наши шалости. Выпускники, примите поздравления от нас в первый класс в этот час. Мы выражаем вам сегодня восхищение. Приветствуем сердечно вас. Пришла пора покинуть школу. Желаем вам удачи на пути. Всегда стремитесь вы к благому, тогда все будет чудно впереди. Творчество. Имя этой страны – Мунинская школа. Спасибо вам за ваше прекрасное выступление и примите от нас эти подарки. Дорогие выпускники, обучающиеся, позвольте мне от лица руководства района всей общественности поздравить вас с успешным окончанием учебного года. Конечно, говоря о Мунинской школе, вспоминаются все славные воспитанники, выходцы из этой школы, которые продолжают трудиться во благо нашего общества не только на территории района республики, но и по всей стране. Успешно защищают, я бы даже сказал, интересы нашего государства и в рядах вооруженных сил и правоохранительных органов. Мы гордимся ими. И я уверен, что сегодняшние наши выпускники и наши подрастающие поколения будут продолжать эти славные традиции мунинской общественности. Мы в этом уверены. На самом деле, конечно, здесь вот хочется сказать, что в последние годы руководством страны в целом, руководством республики уделяется большое внимание для создания
условий, чтобы мы могли получать качественное, доступное образование. Еще раз хочется вам пожелать самого наилучшего, доброго здоровья, доброго пути. Оставайтесь всегда такими молодыми, красивыми, амбициозными. И я уверен, что вы будете делать все возможное для того, чтобы невозможное, наверное, в силу своей молодости, будете превращать невозможное в возможное и будете идти только вперед. Как мне нравится большой тезис нашего президента страны «От победы к победе». Я вам этого и желаю. Спасибо большое. Сегодня поздравить вас, дорогие выпускники, с окончанием учебного года, с окончанием школы и пожелать вам всего самого-самого наилучшего. Сегодня, дорогие выпускники, в вашей жизни очень торжественный день, поскольку перед вами открываются все двери во взрослую жизнь. И с сегодняшнего дня на вас ложится огромная ответственность за будущее. И только от вас самих будет зависеть судьба, дальнейшая ваша жизнь. Вам самим самостоятельно придется принимать решения, поскольку вы уже считаетесь взрослыми людьми. Вы, дорогие выпускники, будущее поколение, молодое поколение, на смену, которую приходит нам. И от того, как вы построите свою жизнь, будет зависеть и судьба всего общества. Мы все хотим пожелать вам гладкой жизненной дороги, удачи, хороших друзей, самых-самых легких испытаний. Будьте уверены в себе и в свои знания. Верьте в себя и в свои цели. Главное, поставить цели, а они обязательно будут достигнуты. Верьте в светлое будущее, ибо оно ждет вас. Я уверен в этом за порогом школы. Еще раз, удачи вам в добрый путь. Школа сеги, ростеги, марул мац, несер адап, тарих, ях на муску, мумузу, кина в кожу, цебет эзе абизи, мун хажата его нежеи. Дует леги сахи, тимал, тимал за саёхайги, несер кина за саёхайги, мун хаду, хаду, перцина в хаэде, алда халт и бачи же, несер рахтал мацакул, марул мацакул, муали, подхилаю нам. Уважаемые выпускники Рахатинской СОЖ,
учителя и родители, прежде всего, позвольте от имени главы нашего района Руслана Субяновича Гамзатова поздравить вас с самым волнительным, радостным праздником, последним звонком. Дорогие выпускники, где бы вы ни находились, пусть самым ярким воспоминанием на всю жизнь вашей памяти останутся школьные годы. Прежде всего, будьте хорошими, порядочными и достойными людьми, патриотами Родины, чтобы вами гордились и восхищались. Ваши успехи сегодня – это стабильность и процветание района, республики и страны завтра. Счастья, удачи и успешной сдачи всех экзаменов. Доброго пути в самостоятельную жизнь. Прощание со школой, и 11-й окончился год. И отсюда тропинкой веселой навсегда наше детство уйдет. Уходя, возьмем с собой дорогу, самую заветную мечту. От родных душевную тревогу, теплоту, заботу, доброту. Мы хотим вам дать обещание, не забудь этот миг, этот час. В нашей школе момент расставания скажет каждый спасибо сейчас. За встречу, за дружбу, за знание. Жить без этого мы не смогли бы. В нашей школе момент расставания скажет каждый спасибо.